увидите легендарное ПДД Базиля и Китри, пронизанное испанским колоритом, знаменитые 32 фуэте, большой танец болеро и, конечно, финал, исполненный в стиле фламенко, исполняют Китри, Александра Криса, Базиль, Лев Брель, Мерседес, Дарья Кирсанова, можно планировать, ребята, можно, Тореадор, Нариман, Бенжанов, Thank you.
исполняет Ирина Адилова. Будет представлен фрагмент знаменитого балета «Щелкунчик» по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик» и «Мышиный король». Этот фрагмент называют вершиной дивертисмента с нас разнообразием мелодий, симфоническим развитием, пышностью и торжественностью. Вальс из балета «Щелкунчик». Thank you.
Имени Адетта, которую злой волшебник превратил в лебедя. Он обманул принца, облачив свою дочь Адилию в черное одеяние. Шикарная, красивая и коварная Адилия хочет заморить принца и вынудить его нарушить клятву верности, данную Адетте. Исполняет Демонте Таранда Лев Прель, пожалуйста. Thank you.
Thank you.
Григорий вернулся в свой родной хутор после долгой разлуки. Исполняет Никита Кораблев. Расставание с Россией и пронзительная тоска по ней вдохновила их на создание этого номера. Исполняет Ирина Адилова. Thank you.
ведь музыка Сен-Сан исполняла Ирина Адилова. Кан-кан-сюрприз. Любовь и предательство, ревность и соперничество, рыцари и дамы, изысканность и элегантность – эти составляющие ложатся в основу очень многих балетов. Ведь наша жизнь состоит из эмоций и отношений, взлетов и падений, разочарований и вдохновения. Все это артисты постарались воссоздать в следующем номере. Пожалуйста, исполняет «Женщина в красном». Владимир Дорофеев. Кавалер Никита Королев. Thank you.
Через 3 минуты. Владимир Дорофеев, кавалер Никита Кораблев. Дамы и господа,